Сегодня, сегодня и сейчас. Ну, к примеру, история восстания в Донбассе. То есть уже эта история полностью сфальсифицирована, и правды вы, по крайней мере, на официальных медийных ресурсах путинской РФ не узнаете никогда. В этой книге еще есть очень много интересного. Например, общение Сталина с американскими рабочими и многое другое. Поэтому, товарищи, развивайте в себе все виды мышления, и это будет вашим вкладом в борьбе с нынешним оккупационным режимом. Им нужно, чтобы мы были глупее, а мы должны быть умнее. Изучайте прошлое нашей Родины исключительно по правильным источникам, а также развивайте у себя и у своих детей все виды мышления. Это будет одним из направлений вашей борьбы с нынешним оккупационным режимом. Им нужно, чтобы мы были глупее, а мы в противовес им должны становиться умнее. Приобрести все показанные мною книги вы можете, перейдя по ссылке под этим видео. Всего вам доброго.